Сейчас мы поедем в кафешку, которая расположена на берегу океана, называется Big 3. Там сегодня акция. Две пиццы по цене одной. Я сниму дорогу, а потом сниму пиццу. Сейчас уже ночь, поэтому океана не будет видно, но пиццу точно будет видно, когда нам принесут, я ее сниму. Так, ну вот такие пиццы есть. Нам сейчас наша задача выбрать. Одну нужно выбрать, вторую бесплатно дадут. Короче, одну Саша выбрал, пиццу с ананасом. Вот. Это какая с ананасом, Саша? Так, с ананасом, вот, pineapple. Вот это, да? Да. Вот, короче, Саша вот такую пиццу выбрал, а бесплатную сейчас нужно выбрать. Сейчас будем выбирать. Слушайте, ребят, прошу прощения, нам принесли две пиццы. Одну с ананасами, а другую с морскими, с морепродуктами. И я вообще забыла, ну у меня, правда, еще пиноколада, может быть, она повлияла. Но я забыла, что я обещала вам пиццу снять, и это все, что осталось. Но тем не менее, вот наша пицца. А тут еще, знаете, новые знакомые вот просто подошли. Вот, пожалуйста, это Валера. И тут еще было очень много людей, просто сейчас все уже разошлись, ну потому что пиццу съели, что сидеть-то, вот. И все, я увлеклась этими новыми знакомствами и абсолютно забыла, но хотя бы кусочек вам показала.